Является ли запрет видеофиксации в судебном разбирательстве элементом коррупции судьи? Разберем, что такое коррупция. В открытом судебном заседании запрет на ведение видеозаписи является коррупцией со стороны судьи. Коррупция – это злоупотребление должностными полномочиями в своих интересах. Так определяется коррупция в законодательстве. До вынесения оглашения определения суда о проведении разбирательства дела пристав не вправе удалять из зала судебного заседания лиц и препятствовать им в осуществлении фиксации хода судебного разбирательства. Судья, который препятствует видеофиксации и всячески пытается препятствовать сбору доказательств по делу, коими является видеофиксация, является коррумпируемым и совершающим коррупционные деяния. Об этом также и заявил их судейский глава, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. В газете «Известия» он рассказал, что судебные системы Советского Союза и Российской Федерации наших дней между собой даже не сопоставимы. Судебная реформа проводилась для того, чтобы суды соответствовали новому типу общества. Вместе с тем, при всех позитивных факторах проведения судебной реформы складывается парадоксальная ситуация, заявляет он. Реформа не изменила в целом негативного взгляда большинства населения на российскую судебную систему. Социологические опросы показывают, что граждане продолжают считать суд России неэффективным, несправедливым, либо вообще коррумпированным. Реализация судебной реформы породила немало новых проблем, которые в общественном сознании также вызывают отрицательное отношение к работе судов. Прежде всего, это касается вопросов разрешения имущественных прав граждан и организаций. Зорькин сообщает, что исследования показывают, что суды весьма уязвимы для коррупционной атаки со стороны бизнеса. Мздоимство в судах стало одним из самых мощных коррупционных рынков в России. Судебная коррупция встроена в различные коррупционные сети, действующие на разных уровнях власти, например, в сети по развалу уголовных дел и по перехвату чужого бизнеса. Из этого следует, что одного реформирования судебной системы мало. Зорькин заявляет, что у истоков переустройство страны начала 90-х, акцент на проведение именно судебной реформы был действительно оправдан. Но сейчас, по прошествии энного количества лет, можно говорить об уточнении приоритетов. Зорькин заявил, что коррупционность законодательства – проблема актуальна. Существует несколько методик оценки этого явления. Они во многом зависят от идеологических установок разработчиков таких методик. Либералы видят все беды коррупционности в государственном контроле. Государственники, наоборот, в излишней либерализации законодательства. Но и те, и другие солидарны в одном. В законодательстве должно быть как можно меньше отсылочных норм на ведомственном уровне, которые позволяют формировать ниши для коррупционеров. Что касается в целом работы по противодействию коррупции, то я полагаю, что большую роль должен сыграть недавний принятый закон о государственной гражданской службе, заявил Зорькин. Зорькин говорил, также большое значение будет иметь скорейшая ратификация Конвенции ООН против коррупции. Так вот, если глава ведомства заявляет о том, что коррупция существует и якобы до сих пор они борются с ней, таким образом сам глава ведомства и заявил, что коррупция у них в системе существует. Бороться с ней они борются. Сколько десятков лет мы с вами это уже знаем. Так что борются они сами с собой. А вам, дорогие друзья, добра, здравия и благоразумия. Не падайте духом и до встречи.